Хотел сделать одно видео, помешали. Не знаю, может, Экутс сделаю. Экутс. Экутс. Инч лезвабанеш. Экутс. Это айкитское слово. Потому что баски тоже употребляют. Экунанс. Экунес. Экунес. С восходом солнца в течение дня. Вот смысл. То есть завтра. Экутс – это не просто грегет литературный и так далее. И тому. Это, что ни на есть, самое айгитское слово, самое армянское слово. Экутс. Конечно, в современном восточно-армянском как бы не принято это. Как бы не употребляется в официальных, так сказать. Но ереванцы понимают, когда им говорят, прекрасно понимают, когда им говорят «экутс». Подождите, вы как говорите на восточно-армянском? Вага? Инчи вага? Ваг на работе? Вот именно это и означает «экутс». Даже на современном баском «экунанс», «экунес».